Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Here's what happens if you lose. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Think of it like a reverse bear trap. Here, I'll show you. Всем привет! Не пугайтесь, я чуть решила макияж сделать. Ну, как бы октябрь, Хэллоуин уже скоро, и я решила замутить мини-косплей. Я знаю, я говорила вроде бы в каком-то видео, что я, наверное, ухожу с косплея, но мне хочется что-то делать. А единственное, что я по большей части мне нравится делать, это всякое разное косплей, поскольку меня расслабляет это все вырезать, иногда только напрягаюсь, стрессую, когда какая-то шестеренка не получается. Но это личное. Да, поэтому, как вы видите, по заднему плану, которую надо пододвинуть, по всему окружению, по мне чуть-чуть, что я сделала ловушку из пилы. Я хочу маленький такой обзор сделать, как я ее сделала. И из чего я ее делала, поскольку меня сейчас спрашивают, а с чего ты это делаешь. Но ответ очень простой. И макияж я решила вдохновиться. Это из... Ну, Аманда, это как раз девушка пилы, которая у нее была на голове этот капкан. Там, когда ее начали показывать, там есть сцена в полицейском офисе, где она просто сидит, и у него здесь такой вот разрез есть. Я подумала, что почему бы не сделать похожую вещь, поскольку я ее буду показывать. Но так-то да, так-то не буду томить вас, и быстрее начну. Я чуть камеру потравлю, что-то не то. Шикарно. Да, вот сама штучка. Делала я ее, наверное, где-то, ну, 2 недели максимум, может, меньше. Ну, если не брать перерывы, которые я делала, чтобы закупить детали, мне было лень, работа, школа, учеба, бла-бла-бла, самое-самое ненужное, то можно сказать, что я ее делала меньше 2 недель. Детали, можно заметить, что вот здесь вот это реально труба, вот эта труба, это железная, вот эти железки, это провода. А вот все остальное, вот все, что не выглядит как будто что-то я украла с завода по изготовлению железных вещей, это картон. Да, это картон. Вот он. Мне кажется, если прям близко-близко присмотреться, можно заметить, что да, картон. Вот здесь, да, можно видеть. Вот. Картон. Так что просто это обычный картон. Я не использую никаких каких-то особых приспособлений, чтобы это сделать. Поэтому, если кто-то хочет подобную штуку сделать, просто картон. Просто картон понадобится. А, ну и папье-маше. Я не знаю, почему я люблю так эту технику. У меня там целый касаец папье-маше сделан. Тоже картон папье-маше. Но там я очень много папье-маше на него наложила, то что можно реально кого-то пришибить. Хотя она не выжила вроде бы тот комикон. Но не суть. Вот, поэтому это просто папье-маше, картон и сверху краска. Вот больше всего деталей я пыталась найти подобные детали, но мне не вышли, поэтому это от клея пистолета, от ну, чтобы заряжать от клея пистолета, я их просто приклеила сюда на клей же пистолет и... Так это все вышло. Она на самом деле мне очень легко получилась, видимо, или это из-за опыта, так или из-за чего, но больше всего проблем мне доставили вот эти вот шестеренки. Я не могла вырезать нормальную вещь. Не могла. Вот. Поэтому. А так-то у меня это рассчитано только на мою голову, поэтому я не знаю, если кто-то сможет еще одеть, но... Она сейчас у меня внизу стоит, как декорация. Даже замком. И где ключ? Ну, не выберусь я отсюда, ну ладно. Да, она только на меня рассчитана, и
Ну, в принципе, все. Она стоит у меня внизу как декорация. Потому что куда я еще девать? Я не хочу ее куда-то убирать. А хэллоуинская декорация прямо, мне кажется, шикарно выглядит. Но мне чуть-чуть кажется, что я сделала слишком большую вот эту вот часть. Она слишком большая, можно было ее чуть-чуть пониже опустить. Ну, в принципе, это все, что я могу придраться к этой штуке. А так-то реально это просто картон, папье-маше, пару труб. И все, это все, что можно было создать с помощью этого. Но так-то я планирую еще сделать косплей-фотосессию в этой штуке. Мне сейчас идет, ну, чуть-чуть под свой манер, я не буду прям полностью косплеить Аманду. Мне под свой манер я там сделаю красную кофту, ну, красную футболку, как в... Ну, когда Аманда тоже носила ее, но чуть другая, но тоже оттенок такой же футболки. И, в принципе, черные штаны, ну, так вот, то есть это я говорю под свой манер, то есть я не буду полностью копировать ее образ, когда она впервые, у нее была эта штука на голове. Поэтому, надеюсь, у меня получится хорошо, только мне осталось найти фотографа, заброшку какой-нибудь, где это все отснять, и в свободное время, чтобы меня пофотографировали. Ну и еще кого-то, чтобы меня пофотографировал, поскольку из вариантов у меня только пару людей, и вряд ли они смогут. Это, мне кажется, все, что я по большей части хотела рассказать. То есть, реально, кто хочет вот 360 оборот. Вот, я ее показывала в Инстаграме, вы все равно не видели, это в личных, друзья. Я там показывала, как я ее вот самое-самое начало маски, когда она еще полукартонная была. Потом покраску ее. И, в принципе, все. Я мало достаточно материалов отсняла, поскольку я забыла, что у меня есть YouTube-канал. Вот, то что. Это такое маленькое, 7, даже меньше, мне кажется, минут видео будет. Но сейчас я одену, вам покажу поближе, покруче. Меня здесь очень плохо слышно в ней, поскольку... Эта штука, но да. Вот. Мне надо, кажется, здесь какой-то сделать поролон, поскольку она придавливает мой нос, это не очень удобно. Но что поделать? Так она, в принципе, на мне выглядит. Устрашающе. Да, так что я пойду на фестиваль в эту штуковину, посмотрю. Как это будет? Но у меня здесь какой-то поролон, поскольку меня реально носом придавливает жестко. Могу так вот так вот периодически выбираться из нее. Но еще плохо мне здесь слышно в ней. Что? Если кто-то хотел сделать подобную часть вещи, то просто реально картон, ребята. Картон спасает все. У меня реально весь пол косплеев сделан из картона. У меня пистолеты из кавки тоже картон и папье-маше. Коса? Тоже картон и папье-маше. Я реально, я уже прям... Картон и папье-маше это самый лучший вариант. Если у вас нет денег, и вам надо как хотите что-то сделать. Картон, папье-маше. Я, наверное, если у меня найдется время, я планирую все-таки в этом месяце как-то постараться. Я, наверное, сниму ее. Всем привет. Я все-таки планирую как-то в этом месяце постараться снять этот косплей. Хотя косплей назвать я особо не могу. Кстати, я еще косплеила Битлджуса, но там, мне кажется, все, в принципе, до предельности понятно. Ну, единственное, вот эта змея, которая у меня там на шее, это я сама шила. Долго с ним мучилась. Так что да, это, в принципе, все. По большей части я, наверное, фестиваль еще покажу в моем будущем влоге. Надеюсь, это видео выйдет раньше, чем я забуду опять, что я снимала это видео. Поэтому до скорого. Уже октябрь. Так что Хэллоуин близко. А, и кстати, получается, в ноябре уже будет год, как я создала этот канал. Я очень мало что-то снимаю, хотя времени у меня было тогда полно. Поэтому удачи мне, удачи вам. Спасибо большое и до скорого. Пока!